интересного, наверное, я вам покажу наборы пряников. Это пряники на елку, елочные украшения. Все они в индивидуальных пакетиках, то есть их можно повесить на елку, они там будут висеть, радовать глаз. Татьяна – кумир для сладкоежек. Уже много лет делает свои мягкие натуральные лакомства. И каждый год старается попасть сюда, на топовое место в Одинцово. Зачем пришла посмотреть, на самом деле, как украсили, что продают, что можно попробовать, что можно попить вкусненького. Вот тыквейном предложили угоститься, сейчас угостимся с подругой. Вот. Замечательно все. Выездная торговля за 2 недели до праздника – это 12 павильонов, выдержанных в одном стиле «Зима в Подмосковье». Здесь и подарки, и разные вкусности – копченая рыба и колбасы. Между прочим, попасть сюда можно бесплатно, надо только вовремя подать заявку. Роман Степанкин раньше вообще не участвовал в подобных мероприятиях. Попробовал, и у него получилось. Представляет свое деревянное зодчество. Например, шкатулку для новогодних подарков с малахитовым камушком. Для меня это первая ярмарка. Я, в принципе, никогда не выступал на ярмарках. Я все время делал все для себя, а тут решил людям показать, что я умею делать. Как все работает и как на это реагируют горожане, пришел посмотреть начальник управления потребительского рынка администрации округа Алексей Савин. Говорит, при организации такой торговли важно не только внедрять что-то новое, но и чтить традиции. В Одинцовском округе в декабре начали работу елочные базары. На территории округа представлено более 25 точек, где можно приобрести ели, сосны, пихты. Но не только купить подарки или что-то вкусное можно на центральной площади. Для горожан работают точки питания на любой вкус. И, кстати, если ярмарка не навсегда, то перекусить здесь можно в любое время года. Тимур Гайсин, Илья Павлов, телекомпания «Одинцово».